реализовать все, что задумали. Теперь родители вместе со своими детьми могут вести активную общественную творческую деятельность в рамках сообщества под названием «Родные, любимые». Это один из проектов движения «Первых». Как и любое объединение людей по интересам, конечно, это уникальная возможность обмена опытом, нахождение каких-то своих соратников. Но и в целом мы видим, что у родителей много есть идей, которые остались, остались в столе, да, они не остались раскрытыми, и требуется вот эта реализация. И мы готовы ее предоставить, помочь в этом процессе. У Оксаны Скотковой двое детей. Оба состоят в движении «Первых». Быть родителем активных творческих детей – большая ответственность, считает Оксана. Поэтому решение вступить в родительское сообщество «Родные и любимые» не заставило себя долго ждать. В это общество мы вступили совершенно неожиданно, благодаря детям, потому что они принимали участие в разных активностях, где-то выигрывали, где-то нет. И это их стимулировало на дальнейшие какие-то свои движения вперед. И мы, как родители, не могли остаться в стороне, потому что поддержка детей очень важна от родителей. И понимание того родительское, что делают дети, это тоже очень важно. И мы стали с мужем тоже принимать в этом участие. На презентации сообщества «Родные и любимые» собрались семьи из разных муниципальных образований Самарской области. Собравшиеся делились опытом и мыслями о семье, детях, процессе воспитания. Говорили и о мерах социальной поддержки семьям региона. У нас в стране, а также и в регионе, действуют все меры социальной поддержки. Наш регион всегда впереди, как движение «Первых». 23 меры социальной поддержки действуют, в том числе и на многодетные семьи. И они не просто ушли куда-то, а они увеличиваются, индексируются с каждым годом. И мы ни одной меры социальной поддержки для семей по инициативе нашего губернатора, конечно, не убираем. Получить больше информации о сообществе «Родные и любимые» и вступить в его ряды можно на сайте будьвдвижении.рф, в региональных соцсетях сообщества или обратившись к координаторам движения «Первых». Галина Топилина, Петр Паламеев, События.